Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, все слушатели моего нашего канала, видеоканала на YouTube, канала лаборатории психологического обеспечения. У нас новая разработка, я об этом уже говорил в двух своих предыдущих видео, и сегодня я хочу продолжить разговор об этом. Обратите внимание, внизу в странице нашего сайта, главной странице, появилась вот такая вот иконочка. Называется она аудиопсихокоррекция. Если на нее ткнуть, на сам значок или вот на это слово, мы с вами попадем в раздел психокоррекция, раздел номер 9. Тут у нас два подраздела. Этот подраздел посвящен онлайн-консультациям, которые провожу я, мои специалисты, и, собственно, раздел аудиопсихокоррекции. Если мы нажмем на 9.2 аудиопсихокоррекция, мы окажемся с вами на странице вот собственно аудиопсихокоррекции. Внизу приложен файл. Если его открыть, то соответственно откроется вот такой вот вордовский документ. То есть если его скачать себе на компьютер, открыть, почитать его внимательно, вы здесь увидите более 50 наших так называемых установок, аудиофабулы, иногда мы их называем. Почитайте, скачайте этот файл. Смысл этого видео заключается в том, что под этим видео будет выложен файлик. Файлик будет выложен звуковой, он достаточно большой по размерам. Давайте я покажу, что он в себе содержит. Это ссылка на этот файл, она будет размещена под этим видео. Находится этот файл на Google диске, доступен всем для свободного скачивания вот по этой ссылке. И что она из себя представляет? Это аудиофабула, это аудиопсихокоррекция. Специально перед Новым годом у многих, значит, это, в общем-то, известное явление, депрессии возникают, какие-то страхи навязчивые. Это все связано там какими-то семейными ситуациями, экономической ситуацией, финансовой, еще какими-то моментами здоровья и так далее, и так далее, и так далее. Одним словом, по этой ссылке вы сможете скачать аудиофайл. Называется он 5.13. Не буду пояснять почему, не столь это важно. Важно, что если вы будете прослушивать этот файл 2-3 раза в день, соответственно, направлено это не какая-то там внушение или еще что-то. Это специально записанные определенным образом частоты с определенными децибелами. Соответственно, прослушивая данный файл, который вы можете свободно скачать абсолютно бесплатно, вы будете бороться вот с этим. То есть у вас будет состояние, которое будет устранять при прослушивании этого аудиофайла 2-3 раза в день, устранять, снимать, уходить вы будете от депрессии, различного рода навязчивых страхов, переживаний, связанных как раз связанных с какой-то неопределенностью, какими-то проблемами, не принципиально какими, могут это быть проблемы здоровья, могут быть это проблемы, значит, семейных отношений, могут быть это проблемы рабочие какие-то и так далее, и так далее, и так далее. Вот прослушивание этого файла, весит он 154 мегабайта, он достаточно большой, внутри него записаны определенные частоты, позволит вам устранить, снять, уйти от депрессии, различного рода навязчивых страхов, переживаний, расслабиться, может быть, наладить какие-то свои физиологические функции, сон и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот такое краткое видео. Еще раз обращаю ваше внимание на наш сайт. Вот здесь вот этот файлик внизу страницы. Вот страница 9.2 аудиопсихокоррекция в разделе 9. Обратите внимание, раздел 9 и раздел 9.2. Последний в меню на нашем сайте. Соответственно, почитав внимательно то, что здесь описано, почитав вот то, что здесь можно прочитать в этом файле doc, вы можете под этим видео скачать и попробовать абсолютно бесплатно вот эту самую фабулу. На этом, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!